17 июля исполнилось 2 года со дня регистрации благотворительного фонда «Рената Усатый», который был учрежден в 2015 году по инициативе Рената Усатого. Фонд стал первым в Республике Молдова благотворительным институтом, который был создан для поддержки местных инициатив в городах и селах по всей Молдове, развития региональной инфраструктуры как в северных районах страны, так и по всей республике, оказания помощи учреждениям и организациям, имеющим социальную направленность. За 2 фактических года своей работы с июля 2015 по июль 2017 год фонд Рената Усатый уже направил на финансовую поддержку проектов по всей стране более 30 миллионов леев. Среди самых масштабных инициатив – инфраструктурная помощь городам и селам Молдовы практически во всех районах страны. На выделенные фондом средства приводилась в порядок территория, устанавливались детские площадки, закупленные фондом. Приобреталась коммунальная техника, остро необходимая в городских хозяйствах. Серьезные инвестиции сделаны фондом за минувшие годы в развитие молдавской медицины, приобретение самого современного медицинского оборудования и инструментов, например, как для муниципальной клинической больницы Бельц, помощь тем, кто остро нуждается в сложных операциях. Мэр Бельц Рената Усатый посетил во вторник муниципальную клиническую больницу, куда за несколько дней до этого привезли обещанный ранее и купленный за средства фонда Рената Усатого нейрохирургический микроскоп «Зейнс». Глава отделения нейрохирургии Виарил Гуранда поблагодарил мэра от имени администрации больницы, от себя лично и от коллектива отделения нейрохирургии. Особое внимание фонд уделяет образованию, оказывая материальную помощь учебным заведениям, среди которых Государственный университет имени Олега Руссо, Теоретический лицей имени Александра Сергеевича Пушкина, Теоретический лицей имени Мигеля Сервантеса. Серьезные проекты были реализованы в области развития спорта, прежде всего детского и юношеского. Материальная помощь, в том числе специальной спортивной экипировкой, была оказана футбольной школе, академиям баскетбола, бокса и тенниса в северной столице, футбольному клубу «Вулканеж», Федерации самбо Молдовы, Федерации конного спорта и другим спортивным учреждениям. Фонд помогал и органам правопорядка. За счет средств фонда была приобретена новая униформа для муниципальной полиции Бельц. Благодаря вам очень много преступлений предотвращается. Благодаря вам и тем условиям, в которых вы работаете, тяжелейших условиях, на улицах муниципалитета был порядок. Финансовая поддержка была оказана культурным институтам, среди которых Театральный союз, Музей истории и этнографии. Проекты фонда Рената Усатый всегда направлены на реальное улучшение ситуации в конкретном населенном пункте, в детском интернате, в спортивной школе, в медицинском учреждении, в доме престарелых и во многих других областях, где людям и хорошим начинаниям необходима поддержка или требуется срочная финансовая помощь. Материальная помощь была оказана многим гражданам и сообществам, православным храмам, общественным организациям. Особое внимание фонд всегда оказывал ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в Афганистане. В честь сегодняшнего праздника. Спасибо. Он никогда не забывает о ветеранах. Это вам. И пакет с продуктами. Спасибо. Дай Бог ему здоровья. С помощью фонда Рената Усатый были организованы концерты и фестивальные программы в десятках городов и сел во время храмовых праздников. Традиционно каждый год фонд финансирует постоянные программы – рождественские караваны, пасхальные подарки, социальные столовые. Хорошего года вас с праздниками! Подарок. Всем даете, да? Да.